дорогие друзья, с вами канал Львы Атакуют, и сегодня мы поиграем в игру, у которой я забыл название. В общем, по названию видео вы поймете, какая это игра. Это, так сказать, обзор на эту игру. Я уже сразу говорю то, что тут я, в принципе, буду их всех проходить, уровни эти. И, ну, оставлять там понемножку фейлов. Вот. Вот это я прям с первого раза прошел. И тут рекламы просто вот капец как много. Так, вот тут второй уровень. Следующий третий. Ага, пока я вроде тащу. Ну, в общем, надеюсь, вы поняли, что у меня тут практически будут только выигрышные матчи. О, проиграл. Вот просто на самом конце где-то. О, так. А, все началось. Угу. Вы серьезно? 22%. Там написано, что что-то лучший 65. Это, я так понимаю, очков я 65 максимум набрал. Так. И давай, все. Изи. Я еще, наверное, вставлю музыку в видео в первый раз. Ну, может быть, ставлю, может быть, нет. О, 94. Да, ничего не знаю. Так. Кстати, если вы хотите еще, чтобы я поиграл в эту игру, ставьте лайки. Ну, сразу говорю, это... Блин, почему я все объем? Обзор. Так. И там вот... Ладно, сейчас. О, ой, хорошо, сейчас так как... Вообще, только я так могу. Вообще. Так. Угу. Угу. 39. В общем, вкратце, тут, да, я вовремя начал говорить. Просто сейчас... О, великий тайминг. В общем, вкратце, тут мячик магическим способом прыгает через какие-то тарелки, которые ломаются постоянно. В общем, что-то со стороны, так сказать, это что-то как-то не сильно понятно. И вот мне интересно, тут возможно пройти одну вот эту вот, как сказать, уровень. За... Ну, только я так могу. За один упас. Блин, упас. Ну, вы поняли, в общем. Прыгнуть и весь уровень пройти. Надо будет попробовать. Но еще раз, если вам понравится видео, вы поставите много лайков. Потому что под одним из роликов набралось 1400, ну, короче, почти 1500 просмотров. Я вообще ору. Знаете, 70, там, 7, 8, 1500! Я вот не знаю. Серьезно, всем таки интересна эта игра? Не, ну, конечно, пусть... Ой, ебой. Пусть, конечно, все смотрят. Давайте наберем самое большое количество лайков и просмотров над тем видео. Я не против. Опять уже второй раз просит оставить отзыв. Так, у меня лучший 206. И пятый уровень. Так, тут нужно быть прямо аккуратно-аккуратно. Быть аккуратно-аккуратно. Логика. Ой, прям вообще. Ой, вот чё... Блин, ладно. Ага. Успел. Там просто вот как раз... Изи, так, пятый уровень. У меня также самый лучший 206. В общем,
На этом обзор подошел к концу. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик под видео, делитесь этим видео с друзьями, в комментариях пишите, в какую игру мне поиграть в следующий раз. С вами был Лев, канал Льва Атакует. Жду вас в следующем видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. И да, я тут сделал самый красивый круг. В общем, всем пока.